Всех приветствую на канале Блокчейн. Сегодня у меня вторая часть обзора ICO проекта QubitX. Давайте его разберем. Капитализация рынка криптовалют сильно возросла за последние годы. Отсюда постоянный спрос на новые услуги из внешнего рынка. Все больше пользователей стараются приобщиться к новым финансовым явлениям. Отсюда постоянно появляются новые биржи, потому что спрос рождает предложение. Однако такой резкий скачок привел к тому, что за криптовалютным рынком плотно закрепилось предрассудки о его рискованности. Большим минусом, бьющим по репутации различных бирж, является постоянная угроза хакерских атак. Люди опасаются за утечку своих персональных данных и финансовых средств. Именно поэтому и был создан QubitX. QubitX – это проект, который является своеобразным ответом хакерам и гарантирует высокую защищенность всех сделок, проведенных на нем. Кроме того, наблюдая за общим положением криптовалютных бирж, создатели QubitX поставили перед собой ряд задач, способствующих общему благополучию криптосообщества. Проект QubitX – это постоянно развивающийся функционал, ориентированный на потребности пользователей. Первоначально токен QBX планируется разместить на блокчейне Ethereum, но команда не собирается остановиться на достигнутом, в планах запустить свой собственный блокчейн. QubitX – это комбинация различных уровней защиты, выполненные лучшими техническими специалистами. Проект, безусловно, ставит перед собой масштабные задачи. Он имеет все средства для их реализации. И здесь идет речь не только об опытной команде разработчиков и технических специалистах, но также о высоком уровне финансирования. Добавим сюда ряд наилучших из возможных уровней защиты, и вам не нужно будет переживать о потере своих данных каждый раз, когда вы осуществляете транзакцию. Низкая комиссия в кратчайшие сроки привлечет лучших трейдеров индустрии. В целом уже сейчас ясно, что проект QubitX привлечет новых пользователей в индустрию и повысит уровень доверия людей к данной сфере. На этом я заканчиваю обзор ICO проекта QubitX. Для дополнительной информации переходите по ссылкам в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока.